На избирательном участке номер 2509 активно идет голосование. За порядком здесь, как и на других УИКах, следят правоохранители, а законность процедуры обеспечивают общественные наблюдатели. Одним из них стала Татьяна Широченкова. Рассказывает, что впервые попробовала себя в роли наблюдателя на выборах губернатора в сентябре прошлого года. Татьяна на пенсии, поэтому решила посвятить себя важной общественной работе. Все согласно регламенту для наблюдателя. Мы наблюдаем за тем, чтобы вежливо обращались с избирателями, объясняли им все правила. Ну и соблюдали все правила голосования. Наблюдатели на участках обеспечивают прозрачность процедуры голосования. Они следят за подсчетом голосов, определением результатов, помогают избирателям реализовать свое гражданское право. Я думаю, что каждый человек обязан это сделать в той или иной степени. Ну, то есть, если каждому человеку интересно будущее нашей России, значит, он должен прийти и отдать свой долг. Напомним, что в Самарской области открыты 1767 избирательных участков. За ходом голосования на них следят почти 6 тысяч наблюдателей, подготовленных общественной палатой и направленных кандидатами и политическими партиями. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Петр Паламеев. События.